Всем доброе утро. Сегодня в нашей стране стартуют Дни культуры Таджикистана, которые, несомненно, украсят жизнь всех белорусов. Что же интересного ожидает нас в течение 4 ближайших дней? И об этом нам любезно согласился рассказать чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Казидавлат Каимдодов. Доброе утро, господин посол. Доброе утро. Партнер нашей программы «Английский чай» Ахмад Ти. В честь своего 25-летия компания «Энергия» в ноябре дарит юбилейные скидки свыше 25% на популярные сорта чая Ахмад Ти. Подробности на сайте ahmadti.by. Ахмад Ти подражать сложно, повторить невозможно. Не беспокойтесь, этот аромат невозможно описать словами. Терпкий аромат чая Ахмад Ти возвращает нас туда, где мы счастливы. Ахмад Ти. Подражать сложно, повторить невозможно. Переходим к главным культурным событиям этих дней. Господин посол, расскажите нам, пожалуйста, Дни культуры Таджикистана в Беларуси. Наверняка это мероприятие уже традиционное, проводится оно не в первый раз. Во-первых, я бы хотел сказать, что большое спасибо за приглашение. Когда в 2014 году наши уважаемые президенты встречались, и именно в Беларуси вот это появилась идея о продолжении, значит, или можно сказать, восстановлении проведения Дней культуры как в Таджикистане, так и в Беларуси. И поэтому по предварительным нашим программам в 2015 году было проведена Дни культуры Беларуси в Таджикистане. По итогам их можно говорить о том, что действительно наш народ, таджикский народ, давно уже ждали эти дни. И можно сказать, что они пришли на очень высоком уровне. Это не только была там танцевальная группа там, или другие. И там было и Дни кино, и была фотовыставка, творческие выставки. То есть это было комплексное мероприятие, культурное мероприятие. Естественно, в ответе у нас было в плане, она сделала в 2016 году осенью привести Дни культуры, значит, в Беларуси. И вот действительно мы с нетерпением ввели все мероприятие к тому, чтобы своевременно этого мероприятия организовать. И решили о том, что мы можем его организовать с 10 по 14 ноября текущего года. Сегодня уже составлена программа. Программа тоже очень обширная программа. То есть здесь идет у нас очень большая концертная группа. Концертная группа, там сопровождение, танцевальная группа «Зебо». «Зебо» – это в переводе «красота». Это ансамбль, который она уже действует на наших, как говорит, сценах порядка 28 лет. Кроме того, будет открытие кино, новые фильмы, которые сняты в нашем Таджикфильме, они были, будут показаны в эти дни. В Национальной библиотеке Беларусь 11 ноября будет презентация книги, которые они приведены из белорусской мовы на таджикский. И презентация пойдет на таджикском языке. Они приведены нашими специалистами. И я думаю, что мы его на высоком уровне будем привести этого мероприятия. Нам, как белорусам, очень приятно, что вы переводите наших авторов на таджикский язык. А знают ли таджики вообще белорусских каких-то писателей? Знаете, вот я уже работаю здесь 7-го года, но и не могу говорить за этот период, но до этого тоже всегда, даже в советские времена, у нас между нашими союз писателями Таджикистана и союз писателями Беларусь были очень хорошие, как говорится, отношения в этих. И они всегда приводили друг друга. Сегодня на этом столе я вам могу показать, вот, допустим, Садова Сохан. Это Георгий Марчук. Георгий Марчука вот приведены на таджикском языке. И его дети, и взрослые его читают на таджикском языке. Или, к примеру, я вам привожу, допустим, вот Таджикистан «Мгновение вечности».
Эти же книжки, да. Опять же, на белорусском мове, она же написана у нас, но она же напечатана здесь. Угу. И она же не маленькая, а это огромная брошюра. И такие, или берем другую книгу вот, под названием «Под зоркие рудаки». Угу. И это тоже, в этом книге все же написано от наших поэтов, писателей, которые сегодня пишут о Беларуси, о дружбе, о любви, о матери. Все они вот печатаются сначала в маленьких брошюрах, а потом идет другой. Или под вами, вот в этом году два журнала наших этих, «Союз писателей», начали писать о странах, угу. о Таджикистане. Допустим, журнал «Памира» был одно, это журнал было посвящено, то есть материалам поэтов, писателей Беларуси. Угу. А журнал «Неоман» буквально вот месяц тому назад, который выпускался в Беларусь, она полностью посвящена поэтами, писателями. Или другая книга, я вам могу подсказать о том, что вот здесь «Светлая даль». Беларусь, Таджикистан. Угу. И Министерство информации напечатало вот это, благодаря нашим специалистам, напечатало. Здесь тоже идет. И от таджикских писателей, и о белорусском писателе. Вот это связь, это угу. нить, которую сегодня этих наших союз писателей делают для того, чтобы выпускать такие книги для своих читателей. Давайте поговорим о современной культуре Таджикистана. Она какая? Она более современная с точки зрения слияния жанров и стилей? Или консервативная? Или консервативно-традиционная? Вот что могут белорусы молодые, которые не жили в Советском Союзе? Потому что мы, в принципе, друг о друге достаточно много знаем из истории. Больше 70 лет мы прожили вместе в одной стране. Молодые белорусы, что могут узнать о культуре Таджикистана? Любое государство действует на основе своей конституции. Наша конституция Таджикистана – светское демократическое государство. Поэтому, исходя из той формы государственности, и наш народ сегодня живет, значит, в конституции написано то, что у нас было в прошлом, что мы его не должны потерять, mm-hmm. и новым поколениям дать возможность, чтобы его не забили, а его продвигали вперед. Mm-hmm. В этом отношении, поэтому у нас сегодня в нашем культуре, если мы говорим в нашем культуре, мы используем все жанры, которые у нас были. Мы их восстановили, создали новые театры, новые репертуары, восстановили те праздники, которые раньше их не разрешали. Допустим, когда у нас самый большой праздник, так называли Навруз, mm-hmm. это Новый год, в марте месяц. Сказали, что это религиозно, и все боялись его праздновать. А это наступление Нового года. И вот сегодня уже по решению Организации Объединенных Наций, значит, стала она международным праздником. Мы ежегодно в Беларуси уже несколько лет подряд с посольством Киргизии, Казахстана и Туркмении и других наших этих народов, которые празднуют Навруз, его отмечаем mm-hmm. вместе с белорусскими народами. Я как женщина не могу не обратить внимания на то, что здесь у нас находится несколько дальше, возможно, от зрителей, зато ближе ко мне. Удивительные наряды ваши традиционные, да, таджикские. Я так понимаю, какие-то узоры, опять же, такие традиционные, да? Если бы были бы у нас в посольстве, угу. вы, возможно, были бы, увидели бы больше. Знаете, по территориальнее вот так, у нас юг и север, понимаете, и Горно-Балашанской автономной области, народы, они каждый этих регион носит свои специфические одежды. Uh-huh. Допустим, в горах в основном они носят белые формы. У женщин это белые платья, у мужчин тоже халат, она белый с тюбетейками, которые она ручное все это вышивается. А вот этих такой большой халат, она обычно юг и праздничные. Но сейчас больше их одевают наших уважаемые исполнители, то есть артисты. Mm-hmm. Но почетному гостю всегда
В доме халат. Дарят именно такой халат с вышивками. Я думаю, если будет у нас, таким без халатов не уедем. Без халатов не уедете. И женщина получает свой халат, который мужчины свои. И, конечно, эти одежды, или, допустим, вот это называется джураби. Угу. Это шерстяные, это чистая шерсть и ручная вышивка, понимаете. Угу. Мы сидим практически по-восточному за этим столом. Чай, сладости. Вопрос, может быть, который, может быть, последний у нашей встречи, надеемся, она не последняя среди вот здесь собравшихся. Чем наши народы похожи, чем они отличаются, белорусы и таджики? Знаете, я всегда этот вопрос тоже сам себе вот столько лет здесь работаю и задаю. Они похожи, знаете, похожи в чем? Похожи о том, что народы имеют очень большую историю. Это история, и она, я бы сказал, большой, и в то же время очень трудная. И, видимо, это выдержка, это понимание жизни, оценить жизни. Вот здесь очень нас сближает гостоприимство, которое делают и таджики, и белорусы. Я часто ездил, и сейчас езжу. В любом этих, но это все чувствую. Ну, тем ярче, наверное, прозвучат дни культуры Таджикистана в нашей стране, потому что действительно есть у нас очень много чего общего, да и просто, знаете, красиво. И лишних красок, ярких, особенно в наше время, вот сейчас года, все так немножко грустно, казалось бы, вот столько красок добавить в нашу жизнь, это очень здорово. Спасибо вам огромное, господин посол, за то, что вы нашли время, посетили программу, рассказали нам, принесли столько всего. Понимаете ли, вкусного и красивого. Будем надеяться, что эти дни культуры будут традиционным мероприятием, ежегодным, в конце концов, почему бы и нет. Я напомню, что нашим сегодняшним гостем был чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Казидавлад Каимдодов. Мы прощаемся с господином послом, а вернемся в студию «Хорошее настроение» сразу после выпуска новостей 24 часа.